Солнце, спорт и море позитива. В молодежном парке прошла утренняя разминка для жителей Первомайского района. Своим настроением горожан зарядили воспитанники атлетик-центра «Олимпия». Конкурсы и танцевальный флешмоб провели сотрудники газовой службы. Спортивное движение организовала Первомайская районная организация Союза молодежи. Чемпион и рекордсмен мира по армлифтингу Никита Юрковец провел мастер-класс по силе хвата. Рассказать и показать людям о армлифтинге немножко. Что это такое, с чем его едят, какие разновидности и как им заниматься. Таких мероприятий должно быть больше и чуть ли не каждую неделю проводить. Это же заряжает хорошим настроением, позитивом. Первомайская разминка организована с целью того, чтобы утром мы пробуждались с хорошим настроением, чтобы не сидели дома в такой солнечный день утром, а занимались спортом.